Первый вице-президент Мехрибан Алиева поинтересовался условиями, созданными для детей, проживающих, находящихся на лечении и получающих специальное образование в детском психоневрологическом центре. Было отмечено, что с учетом необходимости создания большого и современного центра для обследования и лечения детей, в 2009 году фонд Гейдар Алиева построил в Баку детский психоневрологический центр. Президент фонда Мехрибан Алиева, вице-президент Лейла Алиева регулярно вещают детей в центре. В центре на лечении находятся в основном дети, страдающие аутизмом, церебральным параличом, отставанием и задержкой в умственном развитии. Здание, отремонтированное в 2015 году, вновь было капитально отремонтировано в этом году фондом Гейдара Алиева. Построен дополнительно новый двухэтажный корпус. Медицинскими услугами в центре пользуются около 100 детей, а 24 ребенка, лишенных родительского попечения, находятся на лечении в стационарных условиях в отделении детского дома. После ознакомления с новым корпусом детского психоневрологического центра первый вице-президент Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева вместе с детьми, находящимися на лечении в центре, отметили наступающий 31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира и новогодний праздник. Здесь с участием детей была показана сценка, посвященная Новому году. Все.